Только недолго, он слабый. Большая кровопотеря. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Да, дела. Здравствуй, Вика. Хорошо, что ты пришла. Вы обязательно поправитесь. Кирдык мне. Врачи так сказали. Они думали, что я без сознания, а я все слышал. Я не хочу уходить с камнем в душе. Все про Кирилла расскажу. Тебе это важно. Извините. С вашего позволения. А в 90-е я был начальником следственного отдела. Я крышевал банду Кирилла. Они тогда по мелкоте шустрили. Лавочников долбили. Гоп-стопом не брезговали. А потом Кирилл женщину убил. Мне же Семен перед смертью рассказывал об этом. Это я развалил дело. Потому что труп не нашли. А нет, тела нет дела. А Кирилл тогда скумекал женщину в расщелину спрятать. Утопленник мог всплыть, а в этом провале никто не нашел бы. Пока ты туда не попала. Дайте воды. Все, спасибо. Это я помогал золото этой бабы сплавлять. А брошь для жены оставил. Понравилось. Одно Кирилл не скумекал, что не туристка она была, местная. Это потом, когда после этого дела шум поднялся, я брошь в саду закопал от греха подальше. Данила. А чья это брошь? Жены Кулаева. И Семена Кирилл убил. Он вам сам в этом признался? Он косвенно признал свою вину. Я чувствовал, что у него рыльца в пушку. И соврал, что есть свидетели, которые видели убийство. Он испугался и отдал мне курортный бизнес для решения вопроса. А Вику вам не жалко было? Молодая женщина, села ни за что. Виноват я перед тобой, Вика. Виноват. Красивая ты. Только тюрьма тебе на пользу пошла. Ты кто была? Овца овцой. А сейчас стала... живучая. А я умираю. А так жить хочется. Если бы по-новому, я бы совсем по-другому стал жить. Батя, чего сидите, уходите уже. Все! Кто-нибудь! Врача позовите! Эй! Следователю скажи, я все подпишу. Хорошо. Я все подпишу. Давайте быстрее! Прошу вас выйти. Бать, держись.
Здравствуйте, Азамат Закирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Проходите, садитесь. Сейчас чай будем пить. Хорошо. Слышал, ваши поиски увенчались успехом. Я рад за вас. Да. Мы нашли то, что хотели. И еще кое-что. Азамат Закирович, мы нашли вашу жену. Что? Федор Алексеевичу Прохорову. Как он себя чувствует? К сожалению, сегодня ночью он скончался. Простите. Жалко его. Какой бы он ни был, но все-таки раскаялся. Раскаялся. Лучше бы он следователю показания дал. Ну ничего, слава богу, есть видео на телефоне. С найденной лодкой, свидетельством Рената, мы сможем возобновить расследование. А покушением охранников Кирилла на нас мы его окончательно прихлопнем. Ну что, здесь нам больше делать нечего. Возвращаемся в Москву. Послушай, все-таки зачем меня вызывают в прокуратуру, а? Может, не пойдем? Ну, я не знаю, в отпуск поеду или больничный возьму. Кирилл Валентинович, мы же с вами все обсудили. Визит к прокурору избегать не стоит. Главное, быть готовым к любым поворотам и не говорить ничего лишнего, что бы ни случилось. Ничего лишнего. Пошли. Удивлен? Думал, твои охранники меня убили, а я вот она, живая. Хочешь, потрогай? Не надо устраивать провокаций. Не подходите к моему клиенту, Кирилл Валентинович, прошу. А он испугался. Угу. Пойдем. Этому Кириллу ее на блюдечке подсовывали. Так нет, разобраться с ней не смог. Козел, тюфя. Не хотелось мне самому мараться, да, видимо, придется. Эй, Ритусик, я на такое не подписывалась. Так, может, свалим, пока все не открылось? Кирилл скоро закроют и до нас доберутся. Слышь, ты птичка, а ты часом не в дальние края намылилась-то? Я тебе крылья-то повыдергаю. Да и без кормушки ты далеко улетишь. Я всегда твоя, Рита. Вот. Вот и чудненько. За каждым ее шагом следи. Кирилл обо мне ничего не знает, значит, не сольет. Все слушай, обо всем мне докладывай. Да, и следака ее опасайся. Твоя задача будет выманить ее, когда я тебе скажу, ясно? А? Вот и молодец. Иди. Вика, ну что, благодаря нашим доблестным стараниям прокуратура возобновила следствие. Ура! Ура! Даже не верится во все это. Мы добились своего. Обидно только, что все эти годы я могла счастливо жить с детьми. А вместо этого я... Все. Вика, теперь все позади. Кручинина арестуют, и ты сможешь получить опеку над детьми. И больше их у тебя никто не отнимет. Я обещаю. Извини. Да, слушаю.
Понятно. Ладно, спасибо, давай. Что? Николай звонил. Кирилла отпустили под подписку о невыезде. Этого не может быть. У нас может. Неужели мало наших доказательств? Ну, прокуратура руководствуется тем, что он уважаемый бизнесмен, зять известного человека, все его активы в России, он не сбежит за границу, пока следствие будет проверять улики и показания свидетелей. Не нравится мне все это. А они могут дело замять? Могут затянуть, пока не развалится. Скажи следователю, что она из мести на меня наговаривает. Она проиграла все суды и теперь фабрикует доказательства. А что касается этих костей из расщелин, пусть еще докажет, что я имею к ним отношение. Да показания Прохорова точно вызовут сомнения. Еще неизвестно, что ему там врачи вкололи перед смертью. Вот он и нёс всякий бред. А как объяснить, что я ему за символическую сумму отдал весь туристический бизнес? А он вынудил вас его отдать. Просто вынудил. Да. Грозился подтасовать факты и посадить вас невиновного вместо Вики за убийство Семена. Еще стоит, между прочим, намекнуть, что за Викой стоят определенные политические силы. Ты о чем? Те самые, которые желают дискредитировать вашего тестя сенатора. Я, правда, только вот не знаю, как грамотно решить вопрос с охранниками. А я их уволил со штрафом, они были недовольны, и зная про богатую Вику, они решили ее выкрасть и получить за это выкуп. Ну и отлично. Тогда мы легко решим вопросы и опровергнем все доводы следствия. Эх, сучка, сучка. Попадись она мне под руки, я бы сейчас своими руками бы, я ее сейчас задушил бы. Да. Мне нужны деньги. Вдвое больше и наличными. Иначе сдам тебя как заказчика, когда меня возьмут. А возьмут меня это точно, если я сейчас за кордон не смоюсь. Где? В сквере на Ходынке. Договорились. Это Туканов. Назначил встречу сегодня вечером. В сквере на Ходынке. И вы что, будете с ним встречаться? Да? А ты решишь проблему. Это твой человек. Угощайтесь. Ой, спасибо. Вик, не падай духом, ладно? Лида. Вика. Привет. Привет. Ой, знакомьтесь. Это Андрей. Лида. Здравствуйте. А, здравствуйте. А я вот тут жду ее. Вот проведать пришла. Не звонит. Угу. Пропала куда-то. Мы с Васей волнуемся. Ну, рассказывай, как у тебя дела? Да плохо дела. Почему? Наши доказательства до конца не убедили прокурора. Их проверяют. А Кирилла пока отпустили. Вот это действительно плохо. Кирилл мстительный. Как бы он тебя опять не навредил. Я его не боюсь. И напрасно. Тебе нужно быть осторожней. Лишний раз не высовываться из гостиницы. Разве что со мной. Думаешь, за нами опять следят? Ну да. Его люди могут быть везде. Помнишь, как быстро Туканов с напарником в Приморском появились? Да. Кто ты же их навел? Карин, тебе опять нехорошо? Слушай, иди ложись, а я в аптеку за лекарством. Да не, не, давай не я надо. Скажу, сиди. Не надо, я просто все из простуды никак не выберусь. Я до аптеки сама доберусь. Ладно, я тоже пойду. Устал что-то. А вы тут девушки без меня. Вам же есть о чем поговорить? Ну, конечно. Ну, пока. Пока. До свидания. До свидания. Рит, это я. Рит, ты можешь подойти? Мне вмазаться надо. Да никто меня не заметит. Я ей сказала, что в аптеку пошла. Да в аптеку я типа пошла. Вика осталась в номере, она Кирилла боится. Дозу дай, помираю.
спасибо. Думала, совсем коньки отброшу. Сейчас же звони Вике. Скажи, что тебе плохо стало. Скажи, что пришла сюда. Я сама с ней разберусь. Звони, сказала, эту дозу заберу. Не нужно никуда звонить. Тебе что надо? Звони, сказала! Дай телефон. Подай. Сиди. Руки убери. Тихо. Отвали, сказала. Коря ноги. Сидеть. Вы Кириллу доносили? Не, не я. Это все она. Она. И она меня стучать заставила. Понятно. Значит так, сейчас пойдешь со мной в отделение и расскажешь все, что ты знаешь про общение твоей подруги с Кириллом. Или я тебя сдам со всей твоей наркотой. Выбирай. Да я и сама рада. Сучилась совсем. Подругу предавала. Она от нее ничего плохого не сделала. Ладно. Пошли. Принес? Пересчитывать будешь? Ну зачем? Если там хотя бы доллара не будет хватать, сам об этом пожалеешь. Счастливо оставаться. Прощай! Больше мы с тобой не увидимся. Пойдем. Давай, 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 давай. Опа, здорово. Андрюх, ко мне? К тебе. Свидетеля важного привел. Извини, я на задании. Послушай, подожди. Она готова подтвердить, что это именно Кирилл послал своих людей в Приморский, чтобы убить Вику. Боялся, что она там найдет какие-нибудь улики против него. Андрюх, ну серьезно, не до нее. Всем составом берем банду автограбителей. Приводи завтра. Протокол составим, допросим, как положено. Подожди, а можно ее здесь оставить на ночь? Боишься, сбежит? Не исключено, но я больше за жизнь ее опасаюсь. У нее есть одна очень интересная подруга, которая вряд ли позволит ей разгуливать на свободе. Я тебя понял. Титов! Карин, я! Ты в порядке? Переночуешь здесь, а завтра увидимся, поняла? Что случилось? Титов, определи эту девушку в дом отдыха, пусть расслабляется. И смотри, никого к ней не пускать, ясно? Ясно. Выполняй. Давай, пока. Пошли. Коля, это очень важный свидетель. С ее показаниями у нас Кручинин практически Андрюха, в руках. Понял. Проходи. Располагайся. Если захочешь в туалет, стучи. Да. Извини. Проходи, садись. Предлагаю выпить. А за что мы пьем? За меня. Любимая женщина рядом. Все, что я не задумываю, все у меня получается. Почему бы не выпить за меня? М? Прости, Кирилл, а как же твои проблемы на комбинате, долги? Мы восстановим завод на деньги Паршина. За нас. Нет никаких нас. Есть я. Ты и твоя жена. Ну, ты же знаешь, как я хочу, чтобы ты была рядом. Но не могу я сейчас развестись. Или ты хочешь меня бросить? Я останусь с тобой до конца. Как
как же я тебя люблю. Послушай, а хочешь, пойдем в ресторан? А? Пойдем. Так, я только документы соберу. Кирилл, а что это? А? Где? А, это я. Жене купил. А можно посмотреть? Ну, посмотри. Так. Подари его мне. Ну... Я тебя никогда ни о чем не просила. Послушай, ну... Понимаешь, это кольцо в единичном экземпляре. Выбери себе другое. Если хочешь, я тебе весь каталог куплю. Подари мне его. Я куплю что-нибудь другое. Ты помнишь, что это? Ага. Пистолет, из которого тот дурачок пытался меня застрелить. Помнишь тот день? Да. Никогда не забуду. О, нормально расслабилась. Алло. Титов! Титов, ты ее обыскал? Нет, приказа же не было. Титов! К вам какая-то женщина поговорить хочет. Ну, зови ее сюда. Проходите. Знаешь меня? Знаю. Значит, знакомиться не будем. Значит, не будем. Чего надо? А? Не надо нервничать. А я не нервничаю. Я пришла поговорить. Говори. Ты не понимаешь своего положения. В каком смысле? Ты стоишь между мной и Кириллом. О. Ты сама слышишь, какой бред ты несешь? Мы давно бы поженились. Если бы ты не вцепилась в него мертвой хваткой. Он любит меня. Он любит меня, ясно? И я это знаю, черт побери. Посмотри на себя со стороны. Ты даже ребенка ему родить не смогла. А я рожу. У нас будет много детей. А с тобой он только из-за твоего папы. Рот свой закрой. Ты подстилка. Дешевая подстилка. Подстилка? Подстилкам такие подарки не дарят. Нравится? Счастливо оставаться. Ах ты, мразь такая. Я тебя убью, гадина! Как только все началось, я сразу вам позвонил. Анжелика!
Анжелика, открой, пожалуйста, дверь, а? Анжелика! Давай, ломай. Анжелика! Твою мать! Анжелика! Анжелика! Что с тобой? Давай быстро, звони в скорую. Есть. Что же ты со мной делаешь, а? Тварь! Зачем ты Карину в полиции оставил? И почему мне ничего не сказал? Со мной бы она не погибла, я бы присмотрела за ней. Вик, она от передоза умерла. Ну, как ты за этим уследишь? Бедная Карина. Она же хорошая была, но просто слабой. Попала под влияние Риты, а та ее просто использовала. Вик, мне тоже ее очень жалко. Ну, слава богу, она успела нам помочь перед смертью. А это Рита ее показания подтвердит, как только Николай ее возьмет. А он ее возьмет, бежать ей некуда. Ну. Ну все, успокойся. Развяжи ее немедленно. Она поступила к нам в тяжелом состоянии, с нервным срывом. И ей сделали успокоительное. Ну, Анжела. У нее девочка глубокая моя. Депрессия на почве алкоголизма. И если ее не лечить, то приступы дочь, будут повторяться. Ну как ты? Я хочу домой. Домой? Да. О, я заберу тебя. Я заберу тебя, как только ты поправишься, я тебя заберу. Я не сумасшедшая. Да-да, не волнуйся. Все будет хорошо. Это Кирилл. Это все Кирилл. Да-да. Ты не волнуйся. Не волнуйся, родная. Все будет хорошо. Тихо, тихо, доченька. Все, все. Все. Леонид Григорьевич, нам, к сожалению, нужно делать процедуру. Ложись. Завтра я к тебе приду. Значит так. Чтобы больше ее не привязывали. Если услышу от нее хоть одну жалобу, я камня на камне здесь не оставлю. Будьте уверены, Леонид Григорьевич. Мы поправим здоровье вашей дочери в самый короткий срок. Да. Это ты довел ее до такого состояния, мерзавец. Дай платок. Значит так, чтобы больше к ней не приближался. В клинику его не пускать. За дочку ты мне ответишь. Я с тебя по полной спрошу. Я раздавлю тебя, как клопа. Вы сами уйдете или мне охрану вызвать? Вик, просыпайся, у нас хорошие новости. Смотри. Вот, смотри. Смотри. Комбинат на грани банкротства. Ага. Ушла жена. Ага. Остался без покровительства Паршин. Угу. Темная история в прошлом. Ну, что скажешь? Каких-нибудь пара дней, и он на нары загремит. Я предложу ему сделку. Деньги в обмен на детей. Подожди, я тебя не понимаю.
А зачем давать деньги, если дети и так скоро будут с тобой? А если Кирилл выкрутится? Сколько раз такое было? Нет, его недооценивать нельзя. У него всегда спрятан козырь в рукаве. Ты будешь ему звонить? Хочу с ним встретиться. Стоп. Нет, нет, стоп, стоп. Нет, дай, я сам с ним поговорю. Ты слишком заинтересован и не сможешь объективно оценить ситуацию. Он может тебя обмануть. Вик. И потом Кирилл просто опасен. Но я... И не уговаривай меня. Я тебя к нему не пущу. Добрый день. Тебе чего? Поговорить. Ну, говори. У Виктории к вам деловое предложение. Вы получаете деньги на восстановление бизнеса, решаете все свои проблемы, а за это она просит только об одном – отдать ей детей. Выхода у вас все равно нет, так что не тяните с решением. Ждем сегодня вашего звонка и договариваемся о встрече с детьми. Выход всегда есть. Кирилл, объясни мне, что происходит. Где у тебя чемодан? Здесь. Собирайся, мы уезжаем за границу. Навсегда. За границу? Вот так. А на что мы будем жить? Деньги Вики достанутся детям по наследству, а я, как их опекун, буду ими распоряжаться, понимаешь? Какое наследство, Кирилл? Вика жива. Ее смерть – это дело времени. В принципе, как и всех нас. Любимая, ты сейчас мой самый главный союзник. Других у меня нет. Так что собирайся. Не тяни с этим. Господи, ну что ж он не звонит? Я с ума сойду. Да не переживай. Кирилл уж от такого предложения точно не откажется. Да. Вить, ты далеко не убегай только. Шустрый такой, глаз да глаз нужен. Да. Петя у меня такой же был. Шустрый. А Оля другая, спокойная и рассудительная. Дан? Да, хорошо. Я буду. Да, конечно, буду. Что? Лида, Кирилл согласился на мои условия. Сейчас они с адвокатом и детьми едут на мясокомбинат. Там мы подписываем документы, и он передает мне детей. Господи, неужели я дождалась? Только не вздумай туда ехать одна. Мало ли что. Андрею позвони. Да, Андрей сейчас в полицию у Николая пишет показания по поводу смерти Карины. И неизвестно, когда освободиться. Нет, я не буду его беспокоить. Я думаю, тебе нужно дождаться его. Лида, Кирилл не дурак. Он понимает, что это в его интересах пойти мне навстречу. И потом, мясокомбинат – безопасное место. Какая ты упрямая. Лид, там полно народу. Все, счастливо. Вить! Вить, ну аккуратнее, Витя! Вставай! Ой! Держи.
Простить себе не могу. Почему я эту Карину не обыскал? Кто ж знал? Теперь перед начальством придется оправдываться. Так, что там по нашему делу слышно? Я разговаривал с прокурором. Реагирует вяло. На это дело не держит стойку. Может, его? Нет, он мужик порядочный. Взяток не берет. Да и дело в другом. При всех доказательствах есть один момент. Никто не видел, как Кирилл убивал Семена. А твоя подруга – лицо заинтересованное. Короче, скорее всего, дело Кирилла развалится. Ну, понятно. Ладно, все равно спасибо за помощь. Мы с Викой все равно добьемся, чего хотим. Я уверен на все 100. Извини. Да ладно. Да. Алло, Андрей? Это Лида. Лида? Извини, я знаю, что ты занят. Плохо слышно. Андрей, я боюсь, что Вика в опасности. А? Что случилось? Она поехала на встречу с Кириллом на мясокомбинат. Что? Я же говорил ей, чтобы она никуда без меня не ходила, тем более к нему. Почему вы ее отпустили? Ну разве ее удержишь? Он ее детьми приманил. Вот она и рванула. Я позвоню. Давай. Да, да, я слушаю. Я боюсь за нее. У меня плохое предчувствие. Пойдем поговорим. У нас не так много времени. Куда ты меня тащишь? Отпусти меня. Я буду кричать. Кричи, тут никого нет. Комбинат закрыт. Не трогай телефон. Хочешь убить меня? Зачем? А ты мне мешаешь. Ты разрушила мой бизнес, который я строил столько лет. Ты проблема, которую нужно решить. Не трогала я твой бизнес. Мой забирай весь. Я тебе предлагала за детей. А зачем? Все и так достанется мне после твоей смерти. Зачем мне отдавать? Стоять! Алиса, что ты здесь делаешь? Ты опусти пистолет. Откуда он у тебя? Из твоего сейфа. Забыл? Это не Вика разрушила твой бизнес. Это сделала я. Нет, подожди. Ты закрыла меня от пули. Да. Я не хотела, чтобы ты просто умер. Я хотела, чтобы ты мучился. Чтобы ты потерял все, что тебе дорого, как потеряла я. Стоять! Что ты такое говоришь? Что я тебе сделал? Кирилл, кто я? Ты Алиса. Алиса Веснянина. Веснянина – фамилия моей матери. Фамилия моего отца – Пронькин. Помнишь? Ты подставил его, Кирилл. Мой отец повесился. Мать ушла за ним. Я мечтала тебе отомстить. И отомстила. Это я отравила скотину. Я убрала со своего пути Хаджава, Леокадию Иосифовну. Я отстранила от тебя Паршина. Для этого я нанесла визит твоей жене. Это из-за тебя она вену скрыла, да? Нет. Из-за тебя. Мне жаль Анжелику.
зато у тебя не осталось ни копейки. И тут появилась Вика. И я побоялась, что ты опять выкрутишься. Я не могу этого допустить. Сука. Я тебя убью. Такая мразь, как ты. Да. Давай. Не должен жить. Не стреляй. Ты сядешь, а он этого не стоит. Мне все равно. Давай, стреляй. Стреляй. Все, Сереж, спасибо. А, да не за что. Ну что, можете ехать домой. К убийству вы отношения не имеете. Это без баллистической экспертизы ясно. Кирилла застрелил кто-то другой. Кстати, вы никого там не заметили? Я никого не видел. Ну, у такого человека, как Кирилл, должно быть, было много врагов, как ты понимаешь, так что... Я не удивлюсь, если кто-нибудь из них решил ему отомстить. Согласен. Только на этот раз он не выкрутился. Ну да. Вика, пока вы были на допросе, следственная группа провела обыск в доме Кирилла. Это вам. Что это? Адрес пансиона, где находятся ваши дети. Ой, спасибо вам. Спасибо, дружище. Да ну. Спасибо тебе. Я выполнил ваше поручение, Ата. Я ждала этого, а теперь боюсь. Вдруг они не узнают меня. Да ты что? Ничего, они сердцем почувствуют. Не волнуйся. Ну, иди, чего ты ждешь? Давай, давай. Давай, пасуй! Петя! Привет. Помнишь меня? Нам сказали, что ты нас забыла. Я не забыла.
Оля! Оля! Оль, мама пришла! Мамочка! Мамочка!